Добрый вечер, дорогие друзья. Итак, мы продолжаем проходить Parasite Eve первую часть на PlayStation 1 1998, кажется, года, точно не помню. Но в то же время, в общем, друзья, мы продолжаем. Итак, друзья, давайте загрузим нашу игру. Так, мы остановились в прошлый раз на полицейском участке. И, в принципе, мы должны снова спасти Бена в очередной раз. В очередной раз, друзья. Так, давайте спасать Бена. Того маленького пройдоху. Так, нужно пройти сейчас в данном случае вот сюда. Случилось с тобой! Бен, беги! Шиба больна! Не убивайте мою Шиву! Бен, это уже не Шива. Она стала монстром. Монстром? Закрой глаза, Бен. О! Нифига тут монстр. Оу, щит. Не мешай мне прицелиться. Черт, вот и все. Так, в общем, как вы видели, большая была мутация у монстра. Так, опять такие всякие паты на нас атакуют. Так. Плюс один. Слишком узкая территория. Это вообще узко. Крысёныш. Так, вот. Ключ, аптечки. Ох, блин, аптечки, аптечки. Блин, аптечки нужны. Давайте их обменяем на что-нибудь. Это можно обменять на воду. Там еще одну аптечку. Что еще нужно обменять, интересно? Вот и все. Так, эту дверь нельзя. А, можно. А-а-а! Помогите! Я не настолько вышла, и все эти твари, они напали на меня! Оставайся здесь. Не походи из комнаты. Хорошо! Эй, ты ранена? У меня достаточно лекарств, чтобы обработать твои раны. Вам нужна помощь медика? Пока нет. Так, что-то еще интересного есть. Похоже, лаборатория, наверное, полицейская. О, еще один. Хотел этого. Я стащил ключ у Вайна, возьми его. Нет, вместо рюкзаки, блин, что ж ты будешь делать? Он мертв. Так, раздевалка. Но это мы потом проверим. Опять. Блин. Ага. Это тварь убила Торреса. Вот она кто. Ничего себе, тут это, по-моему, гораздо больше псина, чем та была, которая похожа, которая будет на нее. Так.
что оружие. Блин, оружие. Придется, конечно, вместо аптечки поставить ее. Уже просто тупо нету места. Так, какое-то оружие дали. Так, а что за оружие? Как автомат. АК-50, что ли? СГ. Так, сейчас сравним. Так, оно, конечно, значительно мощнее. По два выстрела делает. Так. Давайте-ка сортируем. Да не сортируем, смешаем оружие. Так. Сейчас помогу, держись! Слишком поздно. Что же случилось? Да. Ничего хорошего не случилось. О, секретный люк. О, N-костюм получил. Защиту какую-то. Ну, конечно, по характеристикам хуже, но... Защита плюс 2, отлично. Так, защита. Так, опять монстр. О, неплохо. Неплохой урон. Блин, это что такое? Защита от паутины, но она нам не нужна. Какой-то, похоже, это морг. Ага, опять пауки. Антишок какой-то. Снимайте все напасти. Блин, хорошая вещь. Привет, инфра, рад тебя видеть. Доброго тебе вечера. О, блин, аптечка 3. Ё-моё, какие хорошие вещи дают, а у нас нет места. Ну, здорово. Так, ну, сразу так сделаем. Антишок поставим вместо... В принципе, все. Жарко, сколько хороших вещей. Только хороших вещей дали. Так, ну-ка. Распределим очки. Рюкзак.
минимум отвечу. Опять монстр. Те же самые монстры. Паршивцы. Говорится, паразит энергии конт. Контузия противника. Так, мы, кажется, уже у цели. Что, давайте готовиться тогда к бою. Так, жизнь тоже увеличилась. Благодаря уровню. Ая! Ая! Эти байки ранен! Шива? Это не Шива! Шива умерла! Пожалуйста, не дай ей убить нас! Ая! Давай! Тебе ведь нужна я? Вы там песик. Обнаружен 3 цели. Да, 3 цели, 3 головы, как я понял. Ух ты, блин. Да, вовремя, без зарядки. Вас выпускает. Кусается еще. Укусим его еще. Так. О, восстановление какое-то сработало. Да, блин. Так. Блин. Так. Подлюка. Так. Зарядка. Плазменный выстрел пускает. Ну отлично, прям в нем застряли. Вообще здорово. О, такой легкий. Вообще легкий. Повышенный уровень, отлично. О, М9-2 дали новое оружие. Как из овчарки такая большая жуткая тварь получилась? Вот это большой секрет для нас будет, инфра. Даже не знаю. В честь чего такая большая овчарка с тремя головами? Как пес из ада. Так. Сразу надо подлечиться. Так, М9-2 дали пистолет. Давайте посмотрим, что за пистолет. М9-2. Неплохой пистолет. Хотя, опять-таки, лучше какие-то оружия на детали пускать. Ну, как бы улучшать. Так, что там с нашим боссом стало?
Вейн, капитан! Ая! Ая, дядя Баки ранен! Бен! Папа! Бен, как ты? Дядя Баки защитил меня! Капитан, спасибо вам. Помнишь, когда Бен был еще малышом? Тогда мы ведь часто играли вместе. Сэр. Да нормально все, как в старые добрые времена. Шива. Бен. Ая, кто бы не сделал это с Шивой? Ты ведь не оставишь этого. Она ответит за все. День 4. Концепшн. Так. Интересно, сколько тут дней? Так, сохранить игру? Да, конечно, сохранить. Перезаписать. Да, так, конечно, нехило босс был, в принципе. Но он не такой трудный. Хотя, когда я раньше, помню, играл в первый раз, для меня он показался безумно трудным. Безумно трудным. Хотя сейчас смотрю, вообще легкий. Как раз с два, как говорится. Бакер подал в отставку. Что ж, Даниэль, теперь ты за старшего. Да, крутые времена требуют крутых решений. Ну, босс, ты молодец. Но зачем его атаковал полицейский участок? Хотел убить нас? Может, тот японский парень что-нибудь знает? Может быть. Кстати, а где он? Это большая тайна. Проверьте в лаборатории криминалистики на 3-м этаже. Думаю, он там. Мы начнем приводить все в порядок. Я вроде цел. Я пообещал в госпитале Нику, что мы съедем. Сведем счеты с Евой. Она пожалеет. Так, понятно. В общем, пожалеют все. Все будут наказаны, жестоко наказаны. Все эти митохондрии, эти Евы. Так, разнесли, короче, пол участка тут. К чертям собачьим. В прямом смысле слова, кстати. К чертям собачьим. А так... Много полицейских, конечно, полегло. Так, нам дали ключ раздевалки, кстати говоря, вот здесь можно что-нибудь открыть. Дверь открыта. О, кредитка. Какая-то кредитка. По-моему, как у них был хлам на столах, так и остался. По-моему, да, Инфра, ты точно подметил. То, что у них было из хлама, у них так все осталось на месте. Да, дали какую-то кредитку нам. Какая-то кредитная карточка. Не знаю, к чему она. Думаю, мы разберемся. Да. В принципе, делать нечего. Так, а может, что-нибудь вооружение есть? Хотя мы тут тоже все обчистили. В принципе. Получается, надо сюда пройти. Так, что-то интересного, вот. Так, ну-ка. Да не волнуйся, Ая, теперь вся забота по оружейной на мне. Можешь хранить у меня свой хлам. Теперь здесь мы играем по моим правилам. Ты же знаешь, у меня большая коллекция открыток с оружием. Я буду рад ее пополнить.
Расслабься, я, конечно, никогда не смогу заменить Торреса, но свою работу я знаю. Итак, что дальше? Модификация снаряжения предмета отдать хлам коллекционной карточки. О, у меня, кстати, вот как раз таки карточка есть одна. У меня действительно больше нет. А, подождите, коллекционные карточки. Так он нам должен, что ли, их отдавать? Отдать хлам. Ты вообще о чем говоришь? У тебя нет сейчас хлама в рюкзаке. Так, снаряжение. Так, что тут снаряжение? Что можно сделать? А, наверное, что-то продать, сортануть. Понятно, так, модификация. А, он нам может бесплатно, похоже, модифицировать. Обычная карточка какая-то, непонятно к чему она. Так, ну понятно, в общем. Что еще? Отдать хлам, колесо, карточки, предметы. Ну, короче, обычное складирование. Ая, уничтожь Ева, отомсти ей за Торреса. В общем, короче, обычный склад, как типа в Resident Evil, также складываешь по сортировке разные предметы. Типа того, короче. Так, ну здесь, короче, ничего интересного. Давайте дальше отправимся на поиски чего-нибудь. Так, а вот наш японец. Я знаю, где тут тебя найти. Как ты догадалась? Такая обстановка помогает мне сосредоточиться. Или то он сказал. Так, чуть перепутал немножко. Маэда, что ты думаешь об этом нападении? Мне хотелось бы знать, почему в этот раз не было самой Евы. Я чувствую ее присутствие, но при наших обстоятельствах, при нашем появлении она скрылась. Она пытается отвлечь нас. Отвлечь? Но зачем? Имеется ли поблизости клиника с банком спермы для искусственного осеменения плода? Банк спермы? Ева не может слишком долго находиться в одном теле. Митохондрия развивается и поражает все тело, нарушая его. Считаешь, она пытается зачать сверхсущество, как это было в Японии? Боюсь, что да. Значит, если помешать ей сделать это, она должна погибнуть. Доктор из госпиталя Сан-Франсуа работал над искусственным оплодотворением. Поехали, Маэда. Ребят, а как же я? Забыли. Вы же у нас босс, так что теперь твое место в кресле шефа.
Ты, как всегда, права. Возьми это. Патрон плюс 30. Отлично. Без патронов нас в этой игре точно не оставят. Так. Нью-Йорк. Вечер. Нью-Йорк. Управление полиции 17 участок. Так, я хочу пока еще полазить там в полицейском участке. Я все-таки не все осмотрел на третьем этаже. Да, конечно, все разнесли, все, что возможно. Значит, осталось та комната, где мы с боссом сражались. Так, в той комнате морга тоже ничего нету. Опечатано. Не вскрывать. Капитан Долис. Так, понятно. Опечатано. Так, значит, можно уже, получается, идти в другое здание, на улицу, в город куда-нибудь. Сейчас выберем, куда пойти. Сейчас мы посмотрим, куда можно в город выйти. Так. Госпиталь. Сохо. Галлигли Холл. Так, музей. Парк. Сейчас все смотрим. Значит, госпиталь. Нью-Йорк. Госпиталь. Ты о чем-то думаешь? О, да. Почему Даниэль не пошел с нами? Он сказал, что ему надо разобраться с этим. Лампа. Прибыть с Беном. Да, да, конечно. Маэда? Да. Существо из Японии. Что случилось с ним? Оно погибло вместе с ученым, который был ее отцом. Как такой монстр мог погибнуть? Отторжение клеток. Митохондрия
наследованная от отца, оказалась несовместимой с митохондрией Евы. Началось разрушение оболочки. Отец держался за растворяющееся тело, и они погибли. Даже если оно было монстром, все равно это был его ребенок. Госпиталь Сан-Франсуа, Нью-Йорк. Так. Мы на месте. В этом госпитале? Сильный жар. Похоже, что Ева уже там. Подожди здесь. Ая, возьми это. Майоки, талисман помощи. Только не смейся, этот колокольчик отгоняет злых демонов. Спасибо за твой талисман. Эх, Маеда, дал бы чем-нибудь базуку, ракетницу, что-нибудь, но не талисман же. Сильный жар, похоже, что я его уже там. Так, ладно, давайте-ка отправимся в больницу. Что нам там дал? Только, по-моему, заполнил место всяким хламом. Хотя, не знаю, это Майоки, талисман помощи. А, кстати, у меня еще один талисман должен был дать, но у меня не было места. Да и ладно, господи. Без талисманов выигрывали, так выиграем. Так, тут что у нас? Так, кладовка. Ключ. Так, давайте-ка сразу тогда оружие. Наворотим, что ли? Блин, надоело, честно говоря, наворачивать эти оружия. Потому что... Для меня в свое время это тоже был геморрой, нежели интерес. Потому что тут очень много характеристик, надо смотреть, копаться. Так. Костюм, МГ-9, МГ-9-2, что даже лучше, не знаю. Давайте из пистолетов посмотрим, кто самый мощный. Так, этот пистолет по мощи выигрывает. МГ-9-2. Тогда давайте его смешаем с МГ-9-2, что ли. Будем делать самое мощное оружие и все. Так, телефон, чтобы сохраниться. Тут еще есть интересного. Так, ящик вижу еще маленький. Патроны. Плюс 15. Так. Закрыто. Ой, там маленькая девочка. Майя? Или это только иллюзия? Так, ну-ка. А дверь открыть можно? Закрыто. Необходима зеленая карта. Так, сейчас еще карточки бы искать. Так. А что делать? Закрыто, необходима зеленая карта. Это надо, чтобы войти, как я понял. Опа. Нажали кнопку, открылась вообще другая дверь, противоположная. Не знаю, глюк игры это или что. А кто такая Майя? Майя это, по-моему, вот эта маленькая девочка, которая сейчас была. Но я тоже не понимаю, кто это мог быть, честно сказать. Если честно, вообще не понимаю, кто это. Так. На какой этаж поехать? Прокатимся! О, нет, трос лифта! Да, крепкий лифт, раз не рухнул.
Так, короче, у нас... Люблю темноту. В ней есть место для кошмара. Энергия. Твою налево. А, ну хоть так, резервное питание. Ева пытается устроить мне ловушку. Я обесточил основную линию. О, отлично. Один лифт сломан, а другой стоит из-за отсутствия энергии. Ну, обычное дело, Ая. В общем, как во всех российских городах. Один лифт работает, другой не работает. Третий вообще непонятно зачем стоит. Так. Операционная закрыта. Так, открыто. Так, о, что-то блестит. Фича один. Что за фича? Какая-то фича один непонятная. Патроны плюс 30. Ух ты, М79. Опаньки, кажется, мы нашли гранатомет. Отлично, вот это я понимаю. Вот это другое дело. Давно пора. Так. Гранатометик нашли. Так. По две гранаты, что ли, стреляет? Давайте его поставим тогда. Так, секунду, а там что еще можно помимо? А, можно. Тут что-то, наверное, еще было или нет? В общем, у нас теперь гранатомет есть. Уже неплохо. Вот сейчас мы его испытаем. Так, а это еще что за... Неплохо, один выстрел под 40 чем-то сносит. Так, что тут еще интересного? Майя, стой, это я. Почему ты так легко одета? Здесь же такой холод. Да, по-моему, Майя ей пофиг, она же призрак. Так. Необходима синяя карта. Блин, места нет опять. Эх, гребаное место. Вечно этого места нету. Так, что такое? Не нужно это использовать. Смешать, что ли? А, ключей уже нет, чтобы что-то можно было смешать. Ах да, у нас же очки есть. Сейчас будет место. Аптечка 3, отлично. Что еще есть интересно? Ну, в общем, телефон, чтобы сохраниться, пока это нам не нужно. Так, а эти двери открываются? Закрыто, нужна, короче, карта. Так, не запутаться тут, не потеряться нигде. Это тут не так много комнат, что можно было потеряться. Так, а тут еще. Операционная закрыта. Так, а вот здесь что есть в коридоре? Какую-то фичу нашли непонятную. Что это, ключ, интересно? Сюрприз! Сюрприз! Так. Ого! Лестницу обвалили. Вот. Вот тебе сюрприз, блин.
теперь тут точно не пройти. Можно вообще даже сюда точно не ходить. Да. Так, здесь дверь есть, я что-то не пойму. Так, здесь закрыто. Оттуда мы, по-моему, вышли из лифта. Так, вот здесь мы не были. Это, наверное, морг. О, новых монстров завезли. Это что еще за? Ай, ай, блин, там бывали. Так, разобрались. Что тут еще интересного есть? О, ящик. Блин, да что ж ты будешь делать? Места нет. Что за беспредел? Нет места. Ладно, аптечку примем, что теперь делать. О, защита. Это хорошо. Защита, это очень хорошо. Так, что тут у нас? Трупешники какие-то лежат, наверное. У нас это морг. А, ну это, короче, то место, понятно. Так, куда теперь идти? Интересно узнать. Раз мы тут все, что возможно, осмотрели. Мы ведь какую-то фичу нашли. Что за фича? Непонятно. Давайте-ка посмотрим, что за фича. Какая-то фича невнятная. Фиша. То фича, то фиша. Не понимаешь, что это такое. Так, необходима синяя карта. Вид закрытый. Что делать, непонятно. Опять нас поставили в непонятную ситуацию в игре. Так, сейчас. Здесь мы, конечно же, были. Жалко, карты где-то в игре. Блин, это плохо, что нет карты. Так, мы, получается, вышли в тот же опять коридор, получается. Так, ну что ж, теперь, что теперь делать? Так, может, на лифте все-таки поехать получится? Закрыто. Да, странно. Так, ну хорошо, допустим. Наверное, что-то в этом месте надо сделать. Сейчас посмотрим хорошенько. Так. Мне кажется, может быть, тут дверь есть какая-то, которую мы не увидели. Нет такого. А может быть, в этой комнате что-то есть, что мы не заметили. Так, сохраниться пока я не хочу. А, блин, вот оно что, хирургия, комната 1 или комната, или что это. А, ключ хирургии. Привет, анимуш, рад тебя видеть. Так, ну что ж, получили мы ключик. Да ж, не поймешь, текстурка, где ключ, где что-либо. Так, да,
Давайте-ка посмотрим, что тут можно. Необходима синяя карта. Да, здесь получается тоже... А, тут получается или не закрыто, или что, непонятно. А, да, тут же открыто, господи. Куда я смотрю? Мозги немножко... Уставшие как будто. Ну теперь у нас есть какой-то ключ, по-моему, операционный. Давайте посмотрим. Дверь открыта. Ключ не потребуется и будет удален из инвентаря. Хорошо, Ая. Тебе видней. Так. Сейчас точно будет бой с монстрами. О, сожженный тут лежит. Так, бой начинается. А, опять эти маленькие недоноски. Меня хотят отравить. А, ну конечно, давайте зажмите мою руку. Изнасилуйте буду ее. Гадость пускают. Лежат, наверное, жертвы Евы. Скорее всего. Может быть, это пациенты, кстати. Это же на морг не похоже. Да, это пациенты, они тоже тут поджарились. Так, опять проклятого нет места. Проблема. Так, аптечку, наверное, можно использовать. Кстати говоря, вот как раз здоровье увеличилось на 70. О, ключ. Давайте-ка сразу используем его. Так, вот этот, наверное, N-костюм. Наверное, можно его использовать, поскольку что с ним делать, он только место занимает лишнее. СМ-жилет и N-костюм. Ну, или лучше вот этот. Или этот. Давайте этот. Так, отлично. Так, опять монстры. О, какой-то новый монстр. Это чупакабра. Как он прыгает. Так. Да, блин. Чатка стреляет. Карта. О, как раз синяя карточка. Так, ящик вижу. Опять нет свободного места. Да господи, что ж ты будешь делать? Свободное место. Так. Прочность, отлично. Так, снимем жилет. Так, это биологическая опасность. Какие-то костюмы, наверное, то излучение или что-то. А, биологическая угроза, скорее всего. Так, что еще есть полезного? О! Что-то есть. Фича 2. Что за фича? Я не могу понять. Какая-то фича.
Неважно, дали синюю карточку. Давайте ее применим. Какой-нибудь двери. Да, дверь. Где тут дверь искать? Там тут была рядом. Сына дверь. Да, да, здесь же разрушено. Точно не сюда. Так, вот сейчас мы ее применим. Ключ не потребуется, и будет удален из инвентаря. Так, понятно. Майя, стой! Нет, куда ты? Так, она, короче, куда-то ведет. Это маленькая, послушная девочка. О, М10 дали. Автомат. Неплохо, кстати, у него по мощности. 38. Еще 5 пуль. Если так подумать... 8 мощность. Так, вот этот. 7 выстрелов и по 38. Неплохо. Он будет гораздо помощнее и эффективнее, чем гранатомет. Так, взяли его, короче. Так. А тут у нас что? Какая-то еще дверь. Так, открыли. Автоматическая дверь. Неплохо. Так, господи, опять нет места. Что ж ты будешь делать? Опять этого дурацкого нет места. Так, что такое? Использовать или выкинуть? Есть только аптечку, но, блин, не знаю. За ним тоже ничего нельзя. Значит, придется что-то применить. Так, ну давайте применим аптечку тогда, вторую. Что делать? Ключ дали, блин. В следующий раз буду, конечно, смотреть, что дают. А то мы так тупо можем что-нибудь потратить. Так, тогда давайте смешаем, наверное, МЖ-10 у нас, а это М-11. По идее, это должно быть сильнее. Хотя вот это сильнее почему-то. И тут 5 выстрелов, а тут 7. Тогда смешаем М-11 к М-10. Так, и М-11. Да, все, отлично. Теперь у нас супер-пупер автомат. Сейчас мы его испытаем. Ох, блин, это что еще такое? Что за... Что за демон? Понятно. Вот это я понимаю оружие. Это что за... Нет. А, она стреляет лучше. Это что за... Баскетбольный монстр был. Это ж мячик на нас кидал. Так, аптечка. Так, а это что? Что-то понятное. Вот, там что-то присело. Блин, да господи, что ж, сколько можно-то? Нет места. Ай, ну допустим, вот эту воду М я выкину. Да, воду М поставлю. Все, отлично. Фича 3. Опять какая-то фича. За что это за фича? Уже 3 штуки мы их нашли. Может, они для чего-то и понадобятся. Шорт его знает. Может, для чего-то и понадобится. Так. Теперь куда? А, вот же генератор-то, который попортили. Эти чертовы монстры или ты Ева испортила. О, нет. Распределительный щит поврежден. Несколько фишек утеряно. А, фишки. Вот оно что. Фишки. Ну, в общем, предохранители. А их вообще назвали фичей и фишкой. Блин. Так, ну сейчас посмотрим. Ставить пробку в электрощит, да. В общем, потерялись пробки везде, разбросал их. Так, ну все, сейчас все заработает. Замкнуть провод. Тут мне подсказывает, что это плохая идея.
А, нет. В принципе, это логично. По-моему, там еще одно не хватает. Фичи. А, нет, все работает. Да будет свет, сказал монтёр. Так, отлично. Сейчас, получается, лифт работает. Так, отлично, отлично. Так, давайте давай заберем то лекарство. Все-таки не будем его там оставлять. Да, блин, опять. Ну, конечно, давайте еще раз этого монстра. Так, дальше куда? Так, получается лифт. По идее нужно работать. Лифт до сих пор так и не работает. Красное мерцание означает, что пока отсутствует еще одна цепь. Это цепь. Так, как я и понял, что там не хватает еще одной фишки. Я же ведь все нашел, тут чушь. Что же от меня-то хотят? Ставить пробку электрощит? Блин, ну мы же ее могли ставить, почему до этого не ставили? А, вот сейчас все заработало. Все, отлично. Девочки. Моя и я. Закрыто. Так, вот это мы вышли. Что-то первый этаж, что ли? О! Желе тут подвезли. Короче, атаки делятся, как я понял. Тут маленький попадон. Дали патроны. Так. Давайте-ка. А, у нас нет ничего пока что, можно было наворотить. Так, ну теперь нужно, получается, в этот проход заходить. Так, сейчас, наверное, тут плохо опять монстр будет. Ну, как я и думал. О! Зверушек завезли. Эх, ах ты! Ответ атаки. Что?
Пустяк, аптечки, замечательно. Так, неплохо. Не знаю, как вы двое, а я сматываюсь отсюда. Мистер Нузибаум, а как же ваше лечение? Здесь очень радикальные методы. Вы в порядке? Да, вроде бы. Наша медсестра кружит жена в соседней комнате этими тварями. Помогите. Да. Поможем. Я пойду посмотрю, может кому-то потребуется помощь врача? Да, нашли, кажется, выживших в этом кошмаре. Да. Ну-ка, куда теперь идти? Вот он, спасать. Пять недоноски. Да, господи. Так, ну, короче, воскрешение сработало. Так, недурно. Комната, я видел ее раньше. Мне стало жарко. Я точно знаю, что была здесь. Но зачем? Что я здесь делал? Это, кстати, говорят, это комната. Из воспоминаний. Спасибо, вы спасли меня от гибели. Надо было помочь. Вы тоже могли бы оказать мне помощь, если сказать, что за дверь около лифта. Зона подсобных помещений госпиталя, где установлены кислородные баллоны и система подачи жидкого азота. Для чего здесь жидкий азот? Я не знаю. Возьми эту карту, она открывает двери и подсобка. Не хочу ждать, что будет дальше. Нет свободного места, да что же вы будете делать? Применим. Так. Так, карточку дадут. Дают нам. Так, зеленая карта. Спасибо. Так, отлично. Персонал либо погиб, либо эвакуирован. Пожалуй, я выберу эвакуацию. Сколько идет Стримчанский? Стримчанский уже идет 1:06, а не муша, так что примерно столько. Блин, опять нет места. Что ж ты будешь делать, нет места. О, костюм дали. Какой-то костюм дали. Так, а чем он? Ну блин. Если так смотреть, вроде бы они одинаковые, чем-то и отличаются, но этот у меня, который надет, самый лучший. Да блин, опять что ли? Да ладно, опять? Да вы издеваетесь. Полностью.
Жалко, нельзя аптечку принять. Эх, что ж ты будешь делать? Так. Нет, потом что еще? Одну аптечку надо. Карточку, зеленую что ли карточку. Так, зеленую куда-то надо было тоже использовать, если я помню. А вот и медсестра. Скажите, для чего в госпитале нужен жидкий азот? Спектр применения очень широк, от прожигания бородавок до охлаждения медпрепаратов. Однако основная масса циркулирует в системе охлаждения банка спермы. Подачу азота. Вам необходимо перекрыть клапан в одной из подсобок. Но зачем? У меня очень мало времени. И еще. Где находится исследовательская лаборатория? На 12 этаже. Спасибо. Я пойду посмотрю. Может, кому-то потребуется помощь врача? Так. Закрыто. Потребуется. Так, ключ не потребуется, и будет удален из инвентаря. Ага, вот та лестница сломанная, которую нам перекрыли. О, зона, отлично. Так, зону надо кому сделать? Оружие с ограниченным спектром. Так, зона, у кого тут маленькая зона, самая маленькая. В принципе, гранатомет. Хотя нет, не гранатомет. М10. Пусть будет М10, что ли. Так, опять монстры. О! Это уже побольше желе. Желешечка. Что такая? А, вот я понимаю. Урон. Так, вот патроны. Так. Ага, вот и клапана. Патроны. Клапан. Подача азота остановлена, как я понял. Так. Здесь нет, да, прохода. Теперь, наверное, на лифте, скорее всего. Наверх, наверное, или куда там ехать нужно. Выбор этажа. Так, регистратура, подвал, 13 этаж. Так, а куда поехать, интересно? Ну, подвал, допустим. Так, ну здесь мы в подвале, по-моему, были. Наверное, все-таки 13 этаж или регистратура. Только регистратура. Так, здесь мы тоже, по-моему, были. Значит, 13 этаж.
Так. Приехали. Так, вот здесь мы точно не были. Еще один горелый. Весь путь его усеян трупами, несчастный. Так, а тут что у нас? Так, сейчас точно будет бой. Ну, я же говорю, сразу по широкой зоне видно. О, отлично. Сейчас начнется. Да будет битва. Привет, Буба, рад тебя видеть. Хай-хай, ура, вот сейчас отличный баланс звука. Да, это радует. Спасибо, Буба, за помощь в этом деле со звуком. О, дали оружие какое-то. ЗАС. Оружие ЗАС какой-то дали. О, он помощнее будет, кстати. Давайте его поставим. Надо один выстрел делать, скорее всего, сразу. Так, закрыто. Закрыто, закрыто. Так, а теперь? Так, здесь, наверное, тоже лифт, скорее всего. Что там горит? Башня горит почему-то. А, это просто окно. Так, ну это мы читали. Как обойти? Ух ты, неужели ты настроил, как я и говорил, убрал эти искажения в графике? Ну, в принципе, да, Боба, как видишь. Посмотрел, постарался, подумал там, как что сделать. Ну, вроде бы немного лучше стало, хотя, по-моему, я улучшений не заметил, но чуть-чуть, может быть, лучше стало. Так, закрыто. Есть. Дальше подвинем. А, кнопка. Большая красная кнопка. Так, открыли. Поверь, на большом экране с хорошим разрешением стало лучше. Ну да, вроде бы. Так, еще одни мутанты. О, урон больше наносит. Урона. Вот. Показываю.
давай, блин, что на шарике? Так, так. Ой, блин, а что за... Тут раскидали шарики. Так, эти шарики нужно снести. Атмосферная локация. Да, что-то есть. Так, понятно, опять место. Прочность. Так, взяли. Шарики напоминают кроличий. Помет, да, есть что-то похожее, дуба. Закидали нас чем-то, короче, нехорошим. Так. Вроде ванная комната, а для чего решетки? Непонятно, анимуша, непонятно. Так, надо подлечиться, а то нас сейчас кокнут. Не до зверь-пушки. Шарики преследуют тебя, да, прям как будто наваждение. Патроны дали. Искусственная сперма. Исследование Ганс, Ганс Ком, доктор Ком. Доктор Ком, не напомню, тут доктор Ком, чокнутый профессор. Все проделки этого доктора Кламка. Так, воду им дали, что ли, опять? Нет свободного места. Да господи, сколько можно с этим местом? Хлам. Список Хла. Здесь тоже есть имена Бена и Орейн. Тоже список, что и в комнате Клампа. Чего он добивается? Истории болезни пациентов? Марико Брея. История болезни мамы. Декабрь 23, 1977. Доставлено с Майи Брея. После аварии. Смерть наступила от остановки сердца. Майя Брея, дочь. Следующей страницы нет. Они, видимо, где-то здесь. Эдди Мерфи, да, да, не муж, Эдди Мерфи, как раз таки я тоже подумал. Так, короче, какая-то информация мелькнула про Аю, ее прошлое. Мелисса Пирс. Да ведь это та самая Мелисса. Декабрь 23, 1977. Экстренно госпитализирована. Операция успешна. После 6 месяцев пребывания выписана. Требуется амбулаторное лечение.
Мелисса и Майя поступили и были прооперированы в один и тот же день. Нет, не может быть. Что это? Нет свободного места. Эх, господи, что с этим местом делать? Уже сколько можно? Так, удалить. Чертям собачьим. Дайте мне что-нибудь там. Так, это мы все читали. Давайте. Давайте мне что-нибудь. Дверь лифта. Отлично, дверь лифта есть. Теперь можно ехать. Давайте сохранимся. Алло. Вы же сохранится. Так. Так, сохраняемся. Окей. Ключ не потребуется, будет удален с инвентаря. Да ради бога, Ая, ради бога. Лишь бы место не было занято. Пусть удален будет. Так, крейсер какой-то военный. Истребителям, готовьтесь, номер один. Цель в Центральном парке. Атакуйте врага в воздухе. Стреляйте только наверняка и будьте осторожны. Манхэттен практически пуст. Почему они еще не... Линч, мы пока еще не получили приказ президента на начало атаки. Поэтому мы должны только искать людей, пропавших в парке, и оповещать людей об опасности. Истребители, похоже, уже вылетели за нами. Картридж личный, так сказать. Так. Поехали. Так. Ох, твою налево. Господи, что за... Ёлки-палки, Блин, мы застряли. Ой, нас сейчас поджарят. Так. Это что за каракатица? Паук, что ли? С огромным мозгом вместо задницы. Так. Устраните, подпалил мою нежную точку. Так. О, блюдок, ну я сейчас надеру твою большую задницу. Подожди, я только вытащу свою задницу. Потом надеру твою задницу. Чертов ублюдок. Так, черт, блин, что-то я застрял. Ах, блин, опять. Мозговитая задница, однако, да. Однако. Так. Похоже, перешло все в ближний бой. Так, надо подучиться, а то у нас сейчас копнут все. Сила Сайрбон! Второй не сила! Связь! О, блин, опять! Ой, сейчас нас подпалит! Черт возьми! Так, боже, моя нежная точка опять застряла! Так. Блин, мимо!
каракатица. Так, неплохо. А давай еще пару чилий. Ах так, ах ты, маленькая, очень большая. Так. Опаньки. Провалился. Ха-ха-ха. Повышенный уровень, отлично. Эволюция паразит энергии. Мед 3. Лично восстановление 280 энергии. Пипи. Так, Г-23 получили. Пистолет. И большую дуру в придачу. Так, завалили большого босса. И снова выступает прекрасная Ева в своем исполнении. Итак, ты нашла это место? Ты добралась до банка спермы, чтобы дать жизнь сверхсуществу? Сестрица, впервые митохондрия захватила тело нескольких лет назад где-то на восточных островах. Тогда моя сестра совершила фатальную ошибку. Я стою выше нее в звене эволюции и никогда не допущу подобную глупость. Я тебе не сестра. Ну, в переносном смысле. Нет. Какие убогие создания! Без своих машин они просто ничто! Стой! Понятно, короче, превратил их в кашу. Ты просто лишний пример ограниченности людей. Пожалуйста, хватит. Почему? Это мое право. Досадно, что мы не можем найти общий язык. Нифига себе право. Самолет, он сейчас рухнет на крышу. Надо срочно отсюда выбираться. Ой-ё, а куда идти? Так. Валим, 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 валим. Куда бежать? Куда бежать? Ой-ё, ой-ё, что за... Лифт сломан. Чёрт! Да куда идти, господи? Ну все, пипец. И? Ну вообще здорово. Ой, блин, да, не ждал, конечно, игра нам приготовила. В углу бы стоял, надо было в углу стоять. Блин, а я не знал. Ой, сейчас опять сражаться с этим здоровым монстром. Так, ну ладно, загрузимся. Что там у нас? Блин, обидно. Обидно, обидно. Ну ничего, сейчас мы быстро разберемся с этой большой каракатицей. Зато катсцену увидели. Да, зато катсцену увидели, блин. Эх. Обидно. Ядреный бош. Нечестно. Очень нечестно. Но сейчас мы это все быстро пропустим. Так, давайте это все быстро пропустим, уважаемые. Так, в общем, запустили они самолеты. Так, давай, 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 быстрее. Так. Первый, я второй, первый. Сокол взлетел, первый, первый. Первый, я второй. Сокол на месте, путь через 10 минут. Так. Короче, показали нам высшее мастерство пилотажных сил ВВС США в этой катсцене. Особенно они покажут потом, когда будет она самолет падать. Так, давайте-ка наверх. Блин, сейчас опять с этой каракатицей сражаться. Ну, господи, что за нечестность? Мне кажется, там нужно куда-то другое место бежать. Наверное, не в угол, я думаю.
Может, на крышу куда-то наверх? Да вот засранец, а? На, получай. Получай, блин, сейчас я надеру твою задницу еще раз. Так. Большой задой. Да, сранец. Получай. Махался. На. Сын, блин, попал. А, все, закончилось топливо. И он решил провалиться под пол. Так, понятно, в общем. Увеличили эту смотрю, получили. Так. А дива. Дива снова поет. Так, ну это мы уже все читали, будем пропускать просто. В общем, тут эволюция, все дела, короче, все крутые, все эволюционировали. Так, листаем, листаем. Все это мы читали уже. Все мы поняли, что она крутая оперная дива, которая сносит самолеты своей митохондрии. Понятно. Мы тоже все читали. Короче, Ева крутая, Ева всех сносит. Я эволюция, я все. Короче, я мисс Вселенная. Так, короче говоря, наверное, куда-то надо убежать. Так, не сюда. Наверное, мне все-таки кажется, что вот сюда нужно убежать. Так, куда бежать-то, господи? А, вот, все, я понял. Люлька есть. Для мытья окон. Господи, сейчас рванет. Экшн сцена. Бум. Так, короче, рухнул самолет. Слава богу, не на нас, как в прошлом катсцене. Так. Лебедка. Это еще кто? Или что? Тут паук, что ли? Ох, блин, нам лебедку порвал. О, с ветерком сейчас прокатимся. Ах ты, маленький паршивец. Маленький паук. Я тебя сейчас попку-то раздавлю. Блин, мы падаем с такой скоростью, как будто мы, не знаю, с небоскреба летим.
Ну вот, похоже, мы теперь остановились в нужном месте. Так. Господи, пора отсюда сваливать. Маеда, сюда! Ая! У нас нет времени. Я его достал образец спермы. Так, значит, надо ее перехватить. Спасибо за помощь, Даниэль! Ты, конечно, умный японский мальчик, но внешний вид у тебя как у бомжа. Ни одна девчонка даже в твою сторону не посмотрит. Я? Да, пожалуйста, может... Даниэль, ты что-нибудь откопал в полиции? Хм, а то! Я нашел кое-что связанное с нашим другом Клампом, но... Снова звездолет, да, Буба? Снова звездолет, по-моему, не автомобиль? Некоторое время назад в госпитале сгорел доктор, составляющий лист пациентов. Лист? Ты говоришь о списке типа ХЛА? У этих ребят имеется доступ ко всем данным. Ну, я тоже кое-что имею. Кое-что я услышал от Вардера, который был у Мелиссы. Ее видели входившей в музей пару поздней ночью. Пару раз поздней ночью. Ева? Может, она и сейчас там? Мы должны быть там. Надо успеть до того, как существо родится. Хорошо. Сначала в участок. Прибавим газу и погнали. Майя. Так, дело набирает нежный поворот. О, полицейском участке прибрали, все починили, это радует. Все как было. Включаем турбулентность. Пятая передача. Так, да, уже было. Слышала, что капитан спас жизнь Бену? Чтобы была напарница байкера, когда он только пришел в полицию. Нелегко ему сейчас. Да. Понимаю. Трудно потерять, как говорится, любимца. Так, куда пойти? Так, вот здесь делать точно нечего. Боба, кстати, подскажи, сколько у нас сейчас человек в чатике? Мне просто интересно узнать. А я, инспектор Бардер, нашел кое-какие данные. Так, какие данные нашел? Пойдем, узнаем, что он выяснил. Шесть человек, Анимуша пишет. Спасибо, Анимуша. Шесть человек, неплохо. Неплохо. Так, сейчас будет разговорчик, по-моему. Недавно в этом госпитале сгорел врач, выдававший истории болезни пациентам. И Мелиссу увидели несколько раз, входившую в музей поздно ночью. Еву? Клам, вот ублюдок! Я знал, что он связан с этим. Сейчас мы разделимся и прочешем весь город. Ева и Клам должны вскоре встретиться. Надо спешить, когда родится сверхсущество, будет слишком поздно. Я постараюсь еще что-нибудь разузнать. Если что случится, звони. Мой сотовый. Так. Маэда, держи, ты теперь тоже в команде. Да, картинка однозначно смотрится лучше, лица не искажены, очень приятно смотреть. Помощь не прошла даром в настройках. Да, спасибо, Буба. Повозился, конечно, уже, по-моему, даже... Ну да, немножко лучше стало, конечно же. Ой! Все, направляемся на поиски Евы. Как только что-нибудь обнаружите, сообщите по рации. Ты разве не останешься здесь, Даниэль? Читать газету, что ли? Я же не инвалид. Так что делать-то? Сообщай, если что случится. Ох, хорошо, я... Да, как будто если надо читать газету, обязательно надо быть инвалидом.
День пятый. Эволюция. Эволюция. Так. Сохранить? Да. Сохранить. Сохранить прогресс. Перезаписать. Так. Нью-Йорк. Дек Музей, Карный Грехов, Склад, Софа, Чайнтаун, Госпиталь. Так, кстати, на склад мы пойдем. Кое-что есть интересное. Третий склад, Нью-Йорк. Вот здесь, кстати, есть секретный босс. Ну или не секретный, как его можно проще назвать. Офицер Брея. Кав-кав. Ева находится здесь. Может, унесем отсюда ноги, а? Мне тут срочно позвонили. Ты собираешься проверить склад? Ах ты хитрый. Хитрюга. Гав-гав. Так, ладно, песик, хоть ты остался. Эль, давай, пошли отсюда, быстрей. Вот. Вот коп, а. Спасибо, песика. Ну ладно, пусть уходят, в принципе. Я их не виню, они-то все равно ничего не сделают толкового. Гав-гав, да, гав-гав, Дуба. Он сам. Ух, блин! А, это мои предметы. Я подумал, там что ли предметы. Я прям обрадовался. Так, давайте тогда выкинем эту воду. Так. ППК. Дали какое-то новое оружие. Нам еще до этого дали Г-19 или что там, Г-23 оружие. Качественная озвучка. Спасибо, Боба. Стараемся. Понемногу развиваемся. Так, нас дали Г-23, есть Г-20. Нет, есть Г-19 и Г-23. Но он, конечно. Ой, по-моему, помочь его получше будет. Давайте тогда поставим Г-23 пистолет. И, может быть, даже соединим. А, хотя нет ключа. Ну ладно. Это уже не важно. Опаньки. Секретный ящик нашли. Так, ну допустим, я кредитку поставлю. Ключ. О, как раз ключ. Как раз вовремя, друзья. Как раз. Так. Давайте-ка. Г-19 садим с Г-23. Да. Отлично. Кредитка. Так, где я? Я чуть себя не вижу. А вот. Это помойка, какой-то склад. Давайте откроем дверь. Посмотрим, что там творится. Говорят, что Ева здесь. Сейчас мы проверим. О, Сэм Протектор. Новый бронежилет. Так, Сэм Протектор. Давайте-ка мы его заценим. Кто лучше? Так, но по энергии он лучше. Хотя по защите он не такой хороший. Но это уже не важно. Главное, что у нас есть нормальная броня по себе в любом случае. Если что, отпор будет, как говорится, выдержан. Так. Ага, монстры. О, крыски. Вот это какие-то другие. Ого! Ничего себе, она выросла! Какую-то вообще другую крысу отогнала. Обалдеть. А, получай. Ну иди сюда, ты, крыса. Я сейчас твой хвост тебя оторву и тебя же им задушу. Так. На, на, получи. Черт, это крыса. Развели тут крысу. Так. Патроны. Неплохо, патроны. Так, в общем, одну крысу завалили. Там какое-то еще было. Было какое-то другое существо. Так, а здесь что? Да господи, опять нет места рюкзаки. Можно. Сколько можно-то, а? Места нет. Давайте эту воду фигам выкинем, короче. Ключ склада, во. Ключ склада, отлично. А ключ склада, давайте мы его применим где-нибудь. Так, еще ящик. Давайте эту воду чертям выкинем опять. Так. Ох ты, еще гранатомет. М-203-2. Ну-ка. Давайте-ка заоценим. Так, М-203-2. Помощник, конечно, не выигрывает, но по зоне он немножко выигрывает. Хотя,
если как гранатомет, ну, оставим пока что. У нас есть еще другой гранатомет. Это правда с другой, по-моему, с другим зарядом. Так, а тут что? Какая-то дверь не открывается. Опять монстр. О! Ух ты, побольше паук. И опять крыса. Блин, в этот склад, по-моему, давно не залазили. Так, плохо. Интересного. В складе какой-то барахол лежит. Так. Ящик. Нет места. Давайте поставим экстру. О, протектор еще дали. Еще один протектор. Так, Э-протектор и Э-костюм есть. Или нет, подождите. СМ-протектор был. Этот авто какой-то. А это простой. Может что-нибудь смешать? Так, ладно. Давайте тогда применим одну аптечку. Так, дали свой экстру. Так, господи, сколько же можно? О, ракета! Ракету нашли, друзья. Эту ракету нашли. Ракета. Подождите, она отдельно занимает место? Запас ракет. Ох, блин. К чему, интересно, она ракета? Обычно патроны давали. Бескалиберные, как бы один тип, типа. Вот ты барахольщик. Да, Буба, я такой. Люблю всякое барахло собирать. Так, что такое принять? Блин, уже места нет. Так, даже не знаю, что такое использовать. Дома, наверное, все шкафы завалены. Ну, в этом ты угадал, Буба. На самом деле, у меня дома слишком много пороха накопилось. О, блин, хлам, надо его выкинуть. Какого черта он мне делает? Вообще, надо будет у себя дома тоже порядок сделать. У меня тут вечно хлам в шкафах. Так. Давайте-ка сохранимся. Сохранить игру? Да. Кстати, я смотрел сегодня насчет паразитки Evil 2 игру, ну, вторую часть этой серии. Откуда-то вроде бы есть перевод, ну, полный, но он так себе, очень такой фиговый пишут. И там есть парочка мест, где зависает игра. Потом есть перевод от RGR, но он у меня есть, он неплохой. Но он только меню переведено и, по-моему, интерфейс, что ли, и оружие. Ну, там, в общем, меню, то, что меню касается. Есть в студии, по-моему, еще другой какой-то. Лисы. Неплохой перевод, но там только, по-моему, меню, что ли, переведено. Хотя не знаю, точно не уверен. Но они хотя бы, вот эти RGR и лисы, не зависают. А кутовская версия зависает. Вот как назло, блин. Странно, почему еще не перевели второй Parasite Evil полностью в диалогах. Так. Ну, атака плюс 3 ништяк. Так. Надо хорошенько подумать. Чтобы ее применить. Давайте-ка тогда на гранатомет, что ли, поставим. Ну, это помощнее будет. Давайте-то... Ой, ну, на гранатомет, что ли, поставить. Давайте на гранатомет. Фишка вот такая там. Переводы один без роликов, но по-русски другой с роликами. Но диалоги не переведены. Зато меню переведено. Да. Вот это как раз-таки проблема. То, что там
раз и прыгнули. Потому что там перевод такой частичный. Вообще-то, конечно, тоже халтура та еще, потому что перевести только меню и основной инвентарь, это как бы тоже не считается переводом. Я понимаю, для играбельности это как бы плюс. Так, замок открыт. Но, блин, можно же было перевести хотя бы диалоги. Не обязательно там какие-то мелочи, но хотя бы диалоги и составляющие там, например, предметов. Это тоже не так получается. Как будто на пол перевода. Так. Патронов, и тут новые враги появились. Так там еще инвентарь хрен знает как переведен. Например, дробовик пас. Меня всегда забавляло. Но обычно, по-моему, дробовик пас, его, по-моему, называют по-английски пас 12 или как-то так. Это название дробовика. Но так что в этом плане они, по-моему, не ошиблись, Буба. Или может они просто не перевели или написали на русском, как обычно любят там русскими буквами или английскими менять, или как они там это делают. Опять места нет. О, атака плюс 2. Неплохо. Плохие вещи тут дают. Давайте туда на пистолет, что ли, поставим. Так, а какой у нас еще пистолет стоит-то хоть? Г-23, да, у нас стоит? Да, Г-23. Все, отлично. Для чего это кредитка, я так и не понял. Ну, вместо рюкзаки. Так, ключ, вот как раз ловим ключик. А, нет, нет, именно пас, а не спас. Там первый дробовик пас, и спас 12 есть в игре, там уж никак не перековеркаешь. Ах, да, 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 вот точно, буква спас назывался. Блин, пардон, забыл, что там буква S должна быть. Обычно они просто пас там, или как-то спас, по-моему, так назывался. Спас 12, этот дробовик с раскладной. Как он назывался этот дробовик? Ну вот, спас 12 с раскладной рукояткой. Так. Довольно старого образца дробовик. Еще, по-моему, в 80-х он был на вооружении. Но он зато мощный. Так. Что бы такое использовать? Г-23. Смешать протекторы, что ли, смешать. Так, у меня сейчас какой стоит? У меня стоит СМ-жилет 2. СМ-жилет 2 я смешаю с костюмом, смешаю. Так, кредитка. О, защита, ништяк. Это как раз лучше. Неплохие вещи тут дают. Ого. Так. Спускаемся как бравые надовцы. По тросу. Так. Ага. О, босс краб. О, ух ты. Нифига. Он снес. Так. Я поднимать крутой оборот. Так, использовать энергию. Обалдеть, что за краб лазерный? Так, это пузыри. Ничего себе он сносит.
Блин, нифига, нифига себе! Ровно паникура такой, да, точно. Так, как его удалить? Он засранца. А, не сцепишь. Так, мимо. Так пузырь пускает. Блин. Ох, ёлки-палки. Нифига он атакует. Вот это я понимаю урон. Ядрёная кочерыжка. Черт возьми. Уделал. Уделал меня этот ублюдок. Сейчас я ему надеру его панцирную задницу. Так. Сейчас я ему надеру его панцирную задницу еще раз. Зачем ты экономишь автоматы? Юзай, не боись. Босса, если что, из пикалета завалишь. Как раз таки пекарь у нас самый мощный. А вот автомат так себе. Так, ну мы тут сохранились. Так, надо сейчас опять, конечно, все делать. Но сейчас мы получше распределим все. Давайте-то возьмем, что ли, автомат помощнее будет, наверное. Так, какое у нас самое тут мощное оружие? Атака у пистолета Г-23-54. Да. Но только вот это, если этот автомат. Или грана. Бонич не стримит, вот он где. А, ты про это не мыши? Да, отдыхает у себя на курорте. В виде зеленого краба. Так, ну очевидно, что Г-23 помощнее будет пистолет. Это проклятая кредитка. Так, давайте-ка еще раз улучшим. Блин, сейчас опять их пауков валить. Ну попробуем последний раз. В любом случае мы тут сохранились. Если не получится, то уже закончим трансляцию. Уже как раз время будет заканчивать время. Так. Ну-ка, паучки, идите сюда. Блин, как назло аптечек нету. Одна экстра осталась у нас, воскрешение. Так. Сразу это примем. Сейвер Мун! И ты снова с нами? Силен с силами звезд. Так, подлечились. Так, сейчас надо правильно распределить все. Конечно, все мощь лучше поставить на пистолет. Потому что все равно помощнее будет. Хотя, можно было бы и автомат поставить. Где у нас тут автомат? 36 мощь. Хотя, по сути, та же самая мощь. Но можно, конечно, поставить автомат. Давайте поставим автомат. У него хотя бы 7 выстрелов будет. Хотя, по сути, Sailor Moon анимешка. Да, это анимешка, анимуша. Старое аниме. Так. Все-таки мне кажется, что... Если так подумать, один выстрел по мощи. Давайте поставим автомат для разнообразия и попробуем его тоже улучшить. Так. Атаку добавим автомату. М10, да? Все, отлично. Так, защиту. На своем жилет. Thank you.
добычу. Сейчас нужно, может быть, оружие переоборудовать. Ну, допустим, блин, ну вот этот значительно мощнее. Так, давайте тогда. Так, этот 45, а того сколько? 47. Ну, на 2, в принципе. Так, давайте тогда автомат смешаем. Чем его смешать? ГЗАС, может быть, вот это зона. Г-23 пистолет прибавляет мощность хорошую. Что-то такое, ППК что ли? Хотя нет, ППК мы еще тоже не использовали. МП5 опять. Или МП5К. Как он там называется? Давайте его. Сейчас попробуем, испытаем. Так, кредитка. Да, к сожалению, конечно, мало у нас. Только экстра есть. Но он такие уроны наносит, эти дэмэджи, этот краб. Краб заждался? Да, краб заждался. Надо сейчас его проучить. Так. Краб, я иду к тебе надырять твою панцирную пятую точку. Так. Так, ну вроде бы все. Готов к бою. Попробуем отстрелить клешню или что там. Сейчас он лазеры будет пускать. Ой, ёлки. Ай, блин! Да это нечестно, блин. Уже снес мне здоровье. Так, мета. Мет 2. Так. Да, блин. Провалится. Ух ты! Ничего себе он там грешни разбавляет. Какие комбо он тут вытворяет? А, вот сюда нужно отходить, короче. Так, я понял, его слабое место, задняя часть. Да блин, как так-то, ёлки-палки. Сэйлор Мун! Сила звезд со мной! Да, сейчас очень будем валить его крабу. Да, это бьет фигню. Так. Подключиться. Надо тебе Бончу показать этот батл. Да, Буба, нам показать. Вырезать даже может специально будет. Краб,
тебе осталось. Мимо иногда попадаем. Так, мы еще живы. Одну клешню отстрелили, ну, блин, что-то долго мы его так валили. Может, попробовать еще раз? Только с пистолета уже. Наворотим полностью пистолет уже, улучшим мощность. С пистолетом будет больше урона не наносить, я так думаю, чем просто автомат, который будет по 10-7% сносить. Попробуем последний раз. Если уже не получится, то оставим на следующий раз трансляцию. Да, силен крабуга, силен. Слишком сильный, по-моему, даже. Только ему одну клешню разнесли, и все. Так, атака. Давайте вот самое мощное оружие улучшим максимально. Г-23. Так, отлично. Нитка. Так, с этими пауками сейчас разберемся. Так, теперь пистолет будет помощнее. Да, бончите ему босс, ну ты верно подмечал уже. Так, отлично. О, 60 мощности, ничего себе. Вот сейчас мы должны затащить. Сейчас мы точно должны затащить. Стало мощность 60.
Сейчас мы затащим, друзья. Я хотя бы я понял, как с ним сражаться, по крайней мере. Сейчас будем надержать ему задницу. Так, ну иди сюда, ты. Это краб. Спасибо, когда рейси быстрее. Да, не уши. Известно. Он сейчас без кишни останется, тогда он точно сможет сил. Оторвали. Север Мун! Всего снова с нами. Все, остался сам краб. Получай. Лично теперь меня не ставит опасность. О, блин, так я надену твой панцирную сзади. Иди сюда, я сейчас тебя расковыряю, как... Ай-ай-ай. Север Мун! Как он теперь стрельнет? Да. Без пешней. А не мушек. Все, оставили его без пешней. Ну, теперь точно не будет. Он живучий, блин. Ах ты. Нет, блин. Подонок. Я наделю твою крабку. Бантерную заднюю точку. Московский краб живущий, да, это точно не мушит, заметно. Блин, какой он живучий, реально. Все равно он пистолет затащил. Блин, заряд. Все, заводи. О, блин, а ты 4 ракетки получили, блин, мальчики. Ракетницу получили, друзья. Зачистили то же место от большого босса.
Обалдеть, ракетница. О, да, сейчас я буду взрывать. Сейчас я буду взрывать всех монстров. Кто теперь будет стримить? Да, блин, оставили без стрима. Краб, так сказать. Так, подключились. Блин, господа, ракетницу получили. Ракетницу! Хлам, хлам, мы любим хлам. Да, Буба, любим хлам. Сейчас будем взрывать. Да, этот босс только и примечателен. И отхилился. Понял, Светик, отхилился уже. Как мог, отхилился. Так. Так, ракетница, да. Так, ракетница, ну-ка, посмотрим по силе. Так, ракетница, ух ты, 128 дэмэдж, вот это я понимаю, пуколка. У нас, по-моему, ракеты тоже есть, 18 штук. Оу, oh, yeah. Время взрывать. Так, все, у нас теперь есть ракетница, нам теперь никакой говнюк не страшен. Любому задницу надерем. Так, там что-то блестит. Конечно, нет места этой блестящей штучки. Чтоб такое выкинуть или использовать. Эх. Блин, даже не знаю. Давайте выкинем, наверное, обычная карточка. Что за карточка? Кредитка какая-то. Очень прочная броня, легкая. Так, из слабого оружия что можно выкинуть? Так, М9. Какое самое слабое оружие? По идее, палка, конечно. Палку хочу оставить. Слабые по 3 устрою MP5K. Так, MP5K. Ракетницу что-то легко пришел, легко и уходит, просто изить. Ну да, Светик. Так, сейчас. Блин, так и знал, что ключ дадут. Пусть выкинула. Ой, блин, что было? Зачем там плели эту фигнёй? Это там форум, наверное, поплели. Так, забираемся, как скалолазы. В резике тоже ключи будешь собирать и не выкидывать. А что, не зря же они сделали вопрос, вопрос такой. А здесь, кстати, ключи нельзя выкидывать, Буба. Здесь, к сожалению, ключи нельзя выкидывать. Все ключи нужны. Так. Этот склад, получается, зачистили от крабов всяких. Целый слот занимает эти ключи, а ведь там спокойно мог бы лежать хлам. Да, Светик, жалко, конечно, что вот так ключи занимают место. Не знаю, почему разработчики так сделали. Да и вообще непонятно. Так, давайте-ка что-нибудь смастерим.
На бронежилет, наверное. Так, Сэм жилет и... Не знаю, что еще. Вот это, наверное, автокостюм из Протектор. Протектор. Так, взяли воду. Ну все, зачистили, в принципе. А, Нью-Йорк. Чайтаун. Чайтаун. Или слышно на боевке, да и вообще. Но Светик не сказал бы, что это, в общем-то, обычная проблема. Вроде бы я и решил, не знаю. Так, атаку дали. Так, М72, гранатомет. Да, это нормальное явление. У меня всегда так. Ну, Светик, ну не знаю. В общем-то, я настраивал все. Эту проблему лишь мешал. Другие говорили, что вроде бы нормально слышно. Оружие, броня, другое. Блин, да не нужен мне твой амулет. Нарита. Талисман удачи. Может быть, я вас со слизью? Так,
патроны. Кстати, вот тут слизень одна тоже. Так, уже 12 часов, друзья, я, наверное, буду заканчивать. Как раз есть телефон, чтобы сохраниться. Где? Давайте-ка сохранимся. Так, сохранится, да. Эх, к сожалению, Светик. Секунду, что они мушат? Так, сохраним. Да там 10 минут до конца осталось, мы же допроходим. А считай, что насчет второй паразитки. А вот, кстати, интересный вопрос насчет второй паразитки. В общем, такой вопрос. Светик, ты упоминала паразитку первую только проходить часть или вторую? Ну, первый раз мы уже начали. Значит, получается, или две паразитки ты имел в виду? Перевод какой? Ты имеешь в виду второй паразитки? Перевод я, наверное, буду откуда-то использовать. А там уже видно будет. Ну, посмотрим. Хотелось бы узнать, что происходит в игре, как бы. Единственный перевод это Кудос. Хоть он зависает. Второй я застолбила. Скрин прислать? Нет, не надо, Светик. Я тебе верю, я помню, что ты говорил второй. Просто хотел уточнить. Спасибо. И там есть английский текст, японский. Ага. Да, до второй паразитки еще доживем. Там уже и выберем лучшую версию. И с роликами, и русские диалоги. Ну, друзья, посмотрим насчет второй паразитки. Будем, в общем, уже заканчивать. Уже позднее время. В общем, спасибо, что были на трансляции, что смотрели. Завтра будет. Нет, завтра не будет стрим. Будет послезавтра стрим. Завтра у меня выходной. Так что стрим будет послезавтра. Все буду рад видеть. Приходите, буду ждать. Меньше, чем первая. Вторая меньше, чем первая. А, вторая меньше, чем первая. По длине ты имеешь в виду, Светик? Если по длине, то, наверное, может быть, так и есть. Хоть я не уверен. Светик, ночной зритель, ей нужно постримить еще пару часиков. Да, ладно, Светик, ладно. Ну ладно, давайте еще постримлю немножко. Давайте, раз ради вас, мои друзья, постримлю еще минут 20. Так и быть. Мои сладенькие зрители. Сделаем исключение. Не, вторая часть большая, аж на двух дисках с многими концовками. А, это не мне пишет. Так. Давайте тогда еще 20 минут поиграем. Так, попадаем мы в какую-то канализацию. У меня раньше пока не получается приходить, то не виноват ты я. Не виновата ли я? Ну, Светик, не виновата, я думаю, потому что у всех, конечно, рабочий график разный, у всех свои дела, в общем-то, я понимаю, ты абсолютно ничего не виновата. Об этом и речи быть не может. Просто как бы исходя из моего расписания. Так, куда пойти? Потратите 20 минут. Так. А, ну вот опять. А, опять демоны. Демоны ночи. А, вот они вылезли. Ох, блин, то что еще тут? Да, глушение. Субтитры сделал DimaTorzok.
карту. Воскрешение вот это. Так. Ну вот, в общем, сейчас загрузимся заново. Ночное время самое оно для стрима хоррора. Может, марафон сегодня замутим до 2-3 часов ночи. Эх, я бы с удовольствием бы Буба, но я уже отвык от ночных засиделок давно-давно. Уже как месяц. Так что, к сожалению, я уже не хочу. Или, к счастью, не буду уже ночью особо засиживаться. Как говорится, не хочу убивать с графика. Мне еще от работы учиться послали до 22 вечера и час потом домой добираться. Ой, Светик, да, нехило, конечно, тебе. Сам понимаю, когда целый день работаешь, еще потом возвращаешься. Блин, опять монстр, ну что ж ты будешь делать? Воскрешение жалко, а я тебе как хомяк говорю. Так. Ну да, воскрешение, конечно, жалко бывает. Ой, да ладно, кто там в стиме гоняет по ночам? Да, да. Вот и гоняй. Рюкзаки поднадоедает. Так, я уже не знаю, что выкинуть. Так, ладно, оставим, потом возьмем.
воспользуюсь проходом. Да, летучие мыши довольно сильные, они мыши, это верно. Опять они. Паштет мимо нас прошел. Надо отвезти эту слизь от резервуара системы городского водоснабжения. Да, господи, пусть что-то там понятно. Конечно же. Так. Прочность использовать. Так, ящик. Ключ. Вот как раз ключ. СМ-жилет. Костюм. Так, что-то еще интересное есть.
аптечка, отлично. Так. Кусочек чей-то сомнительный. Да, если бы. Так, открыли. Опаньки, ящик. Патроны. Я могу отвезти слизь от резервуара, используя эту систему управления. Установление выключено. Включить? Включить. Помпа 1, помпа 2. Нет энергии. Ну что ж, будем заканчивать стрим уже. Уже позднее время. Немножко все-таки еще прошли, посмотрели что-то как. В общем, друзья, всем спасибо, кто был на трансляции. Будем завершать уже окончательно, уже позднее время. Послезавтра продолжим проходить. В любом случае, всем спасибо, кто был на трансляции. Всех благодарю за время, за то, что были вечером на моей трансляции. Всем, в общем, друзья, удачи. Всем пока. Всем, в общем... Стрим будет послезавтра в 22:30. Когда стрим будет, анимуша? 22:30 в понедельник будет стрим. И правда стрим 20 минут? Да, вроде бы. Вроде бы да. Анимуша, так что будем заканчивать. Он секундомером засекал. Да, я такой. Люблю засекать. Ну, в любом случае, друзья, уже и так поздно. Да, примерно сундук секундомера не будешь. Ладно, друзья, в общем, всем счастливо, всем пока. Увидимся в понедельник. Всех буду ждать, приходите. В общем, друзья, всем спокойной ночи. Всем пока. До понедельника.